Здравствуйте, я Георгий Черданцев, рядом со мной Константин Генич, и мы собрались здесь, чтобы посмотреть. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Нам показывают состав команды гостей. В этой команде та же схема 4-5-1. Надеюсь, им хватит одного форварда. И судя по расстановкам, нам предстоит вязкая тактическая борьба. Здравствуйте, я Георгий Черданцев, рядом со мной Константин Генич, и мы собрались здесь, чтобы посмотреть. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Нам показывают состав команды гостей. В этой команде та же схема 4-5-1. Надеюсь, им хватит одного форварда. И судя по расстановкам, нам предстоит вязкая тактическая борьба. Здравствуйте, я Георгий Черданцев, рядом со мной Константин Генич, и мы собрались здесь, чтобы посмотреть. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Нам показывают состав команды гостей. В этой команде та же схема 4-5-1. Надеюсь, им хватит одного форварда. И судя по расстановкам, нам предстоит вязкая тактическая борьба. Хороший по задумке пас. Получает он эту передачу, может быть опасно. Ну, тут что-то совсем непонятное он изобразил. С такой-то дистанции, конечно, надо было забивать, но он пробил куда-то совершенно не туда. Мехмед Топал, Андре Айю, Маурисио Исла. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде.